Чем больше нас трясет, тем все это будет дальше больше сыпаться. Это же понятно. Вот все, и дальше туда, если спуститесь вниз, все это до первого этажа. Олеся Заболоцкая рассказывает, дом 28 по улице Академгородок трясет уже второй день. А все из-за стройки, которая развернулась в нескольких метрах от многоэтажки. Накануне в котловане начали забивать первые сваи. И напугали жителей не столько искусственные землетрясения, неудобства, сколько паутины из трещин, которые пошли по стенам в старом доме. Конечно, боимся. Но представьте, вы сидите, землетрясение натуральное. Дом трясется. Ноги подпрыгивают. Дом аварийный, что дом не может выдержать это строительство, рядом находящееся в такой критической близости. Поэтому обещали нам застройщики, что будут сваи устанавливать не долбящим методом, а вкручивающим. Я не знаю, как называется профессионально. Но, да, они ничего не бурят, они все долбят. Для того, чтобы мониторить состояние таких домов, строители используют специальные гипсовые маячки. В случае опасного движения дома они дают трещины. На фасаде гипс действительно без повреждений, а вот на стенах в подъездах маяки продержались недолго. В Стройнадзоре заняли позицию наблюдателей. Если в процессе мониторинга будет выявлен факт неблагоприятного воздействия на существующую застройку, то застройщик вместе с проектировщиками будет менять свое проектное решение. Однако проектное решение пока менять никто не собирается. Специалисты упорно твердят – угрозы нет. А все проверки, которые просили провести жители Академгородка, нарушений в строительстве будущего дома не выявили. Не видит проблемы и глава управляющей компании 28-го дома. Дом, говорит, аварийным не признано, ветхое состояние уже когда-то восстанавливали. Трещины, говорит, ни при чем, маячки отпали по другой причине. Это руки человеческие. Мы сегодня смотрели вместе с главным инженером строительной организации до обеда. Все это было. Сказал, это дело снова сделать. В подвале посмотрели они на месте, маячки. А как сделали вывод, что это люди сделали? Так видно. Это пока вот наблюдаемость, оно будет увеличиваться или уменьшаться. Это когда подвижки пойдут, тогда и будет создана опять комиссия и будет заключение. Ну а пока такая комиссия не создана, жители дома готовятся подавать новые жалобы на застройщика с просьбами о новых проверках. Примечательно, что новый дом строят для сотрудников научного института. И именно с появлением этих проектов для научных сотрудников Академгородок сотрясался скандалами уже не раз. Алена Крашенинникова, Александр Тропин, Новости ТВК.